Игоря Жукова в Харькове узнали еще в начале 90-х. В 17 лет он пришел на первый негосударственный телеканал Украины «Тонис Центр», где создал яркую шоу-программу о кино «Видеоревью» с Игорем Жуковым. В каждой передаче при помощи видеомонтажа создавался эффект присутствия ведущего в фильмах, о которых он рассказывал. Программа так понравилась зрителю, что ее стали показывать не только на крупных телеканалах Харькова, включая «Симон», но и в эфире общенациональных каналов. Он был одним из первых, кто появился в Харькове в телеэфире. И я помню тогда, что его передача, она такая была, она абсолютно была не похожа ни на что. Это был какой-то вот такой новый глоток свежего творческого воздуха, если так можно сказать. И я помню, значит, что его программа была очень популярна, может быть, даже одной из самых популярных. Две недели назад ведущий пришел в больницу, чтобы проверить желудок. После обследования врачи сказали, Игорю необходима операция по удалению опухоли и срочно прооперировали. По словам врачей, на данный момент состояние пациента стабильное, средней тяжести. Он уже встает с кровати и пытается прогуливаться по отделению. Находится у нас уже на протяжении полутора недель. Пациент перенес достаточно тяжелую операцию. На сегодняшний день, слава богу, состояние стабильное, получает лечение в условиях отделения, перевязки, нуждается в дальнейшем лечении, достаточно длительном, с последующим наблюдением у специалистов узкого профиля. Не так давно ведущий открыл мастер-класс для всех желающих, кто хочет научиться работать на телевидении, и создал первый в Харькове интернет-канал, который по задумке автора должен объединить творческие силы первой столицы. Жуков пишет стихи и песни. Сейчас в печати готовится новая книга его стихов. Впереди у Игоря Жукова долгий путь восстановления. Он нуждается в дорогостоящем лечении и химиотерапии, но сдаваться болезни не намерен. Самое страшное, наверное, уже позади. Впереди, конечно, еще предстоит, но прорвемся. Потому что, ну, главное, как телевизионщик, успел программу вперед снять, поэтому по экрану и соцсетям буду бегать живчиком. Ну а в жизни прорвемся, победим. Как говорил любимый герой любимого фильма из детства, будем жить. Всем, кому не безразлично здоровье известного харьковчанина Игоря Жукова, просьба оказать финансовую помощь в лечении. Реквизиты указаны на экране. Ирина Сайко, Борис Буцевич, Дмитрий Герасимов, медиагруппа «Объектив».